Я не знаю, почему он уже полчаса мне названивает. Здесь, короче, написано вот бродяга, а здесь написано Macintosh 2008. Когда обновили скайп, со скайпом какая-то херня стала происходить. Эй, слышь, дебил, это ты моего админка сына забрал? Чё я сделал? Админку забрал. Кто? Это он меня забрал. Вы кто такой? Как вы узнали мой скайп? Я отец его, под видео нашел. Мы под видео нашли твой скайп. А тебе какая разница, где я нашел? Я тебя нашел. Админку верни. Я 6000 за нее заплати. Верни, админку. Прощай, давай! Ай, дебил тупой! Слышь ты, короче, дебил, я тебе даю один день, чтоб ты вернул баб. Чё? А то я тебя найду и порву. Если ты хочешь так же, как я, снимать ролики антикирпишов, заработать миллионы просмотров, а также получить золотую и серебряную кнопку от YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Сержокрафт. У тебя будет практически опка на сервере Сержокрафт. Получи доступ ко всем регионам на сервере. Сделай себе префикс, прям как у меня. Или установи себе абсолютно любой префикс. Затем вырежи полдома гриферу. А еще ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба на сервере. Например, стать огромным железным големом. А самое главное, ты сможешь вычесть реальный IP грифера с помощью команды SYN. Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес грифера, с помощью которого можно его троллить или прийти к нему домой в реальной жизни. Напишите на весь сервер, чтобы они ломали дом грифера. Затем наблюдайте, как они разламывают его дом. Ну и наконец посадите грифера в тюрьму сервера Сержокрафт. Пусть подумает над своим поведением. Всю неделю до этого привилегия стоила 6000 рублей. Игроки меня чуть не убили за это. Поэтому сейчас здесь скидка 97% привилегии владелец сервера. Не упускайте возможность. Снимай ролики антикирфишов и зарабатывай просмотры на YouTube. А самое крутое видео лайкну от имени своего канала. Дерзайте. У нас критическая ситуация, смотрите, очередной, короче, грифер, посмотрите, он себе, он сделал, он свистнул скин, как у меня, он написал, типа, у него в этом, как он называется-то, этот префикс он сделал себе, Сержу, типа, ник, и люди реально думают, что это он, и он где-то здесь он спамил, короче, что, типа, все навар подминка, сейчас, смотрите, давайте... Так, давайте мы так сделаем. Если мы сейчас сделаем вар... Нет! Люди погибли! Посмотрите, сколько людей погибло! Посмотрите, сколько тут... Посмотрите, сколько здесь лу... Еще погибло! Это очень жестко! Вы прикиньте, сколько людей погибло! Охереть! Это очень жестко! Сержи, можно оп! Люди пишут, Сержи оп! Смотрите, люди думают, что он оп! Смотрите, он все вернул! Его срочно нужно вообще банить, кикать, я не знаю, сейчас, смотрите, вот, посмотрите с него, вот я, сейчас эту хрень эту сниму, вот я, вот, а вот его скин, он прописался команду скин Серджо, ну, то есть это, короче, нетрудно. Не, ну, ничего такого в этом плохого нет, когда ты пишешь себе скин Серджо, ничего плохого, ладно, пожалуйста, но он выдает себя, он прописал себе префикс, это, если кто не в курсе, это у нас владелец сервера, он отдал за нее деньги, за эту привилегию, сейчас я лишу его этой привилегии, посмотрите. У него префикс Серджо, видите, Серджо, и люди думают реально, что он Серджо. Ну как тут не поверить, тут даже бы я поверил. Короче, смотрите, как мы сейчас делаем. Мы сейчас прям, я не буду прям с ним в скайп выходить, ну нахер, я хочу показать, что такие есть. Этот ролик я, наверное, выложу на второй канал, кстати. У меня есть второй канал, я туда, наверное, выложу этот ролик. Сейчас я и покажу, что есть вот такой ублюдок. Сейчас я прям, вот он даже в чат пишет, изи-изи. Короче, смотрите, если вы купили привилегию владельца сервера и вы стали владельцем сервера, вы можете снимать антигрифшоу, я это уже тысячу раз говорил. И сейчас мы, смотрите, сейчас мы будем его, смотрите, сейчас я его через консоль решу привилегии. Как у него там ник, пекс, юзер, какой у него ник? Сракака, ужасный ник, конечно. Сракака, опсеплеер. Вот сейчас, смотрите, мы сейчас вот так вот делаем. Опа, лишили. Теперь команда Джайл. Как его там? Срака. Грифер. И вот так вот делаем. Опа! Все, мы его посадили. Посадили в тюрьму. Это уже, если вы станете владельцем сервера, то вы можете сажать грифера в тюрьму. Все пишите варп Джайл. И тут, смотрите, и тут он. Вот он. Че у меня с голосом? Он на Джайле стал. Я его посадил в тюрьму. Смотрите, он пока ничего не понимает. Я даже с ним на связь не буду выходить. Я хочу, чтобы он прям... Сейчас, смотри, прям сейчас вот так я сделаю. Сей, все на варп Джайл. Тут грифер. И вот так вот сделаем. Смотрите. Сейчас. Бах! И сейчас консольку прям. Прям консольку сейчас заспамим. Заспамим вот так вот. Все на варп Джайл, тут грифер. И люди, короче, телепортируются.
И сейчас пусть они его увидят, может быть, даже люди его же и забанят. Пусть его люди забанят. Но если люди его забанят, то сейчас я тогда его забаню. Но я надеюсь, какой-нибудь владелец сервера добрый сейчас пропишет ему бан. Сейчас пропишет ему бан. Вон, смотрите, его ник, еще раз напоминаю. Сракакака. Кстати, давайте я прям вычислю прям при вас его IP. Син. Сракакака. О, смотрите, IP. IP его вычислил. Вот его IP. Вот, вы все видите. Вот IP-адрес. Я прям при вас вычислил. Вот этой командой, как владелец сервера. Я говорил, что можно легко вычислить IP. Так, ну это тут был таймклауд. Все, вот, все. Вот, вот его IP. Все видят. Все видят, и мы запросто можем узнать, где он живет, и троллить его. Мы можем теперь многое что сделать. Кстати, но я в нашем случае не буду его троллить, я сейчас просто ему пропишу бан. Пропишу бан, вот, все видят. Да, да, я снимаю, пусть все знают. Да, да, я снимаю, пацаны. Да, я снимаю, пусть знают люди, что я снимаю. Вот здесь куча голов, гриферов, короче. IP в описании ролика, заходите и снимайте также ролик. Сажайте гриферов в тюрьму. Сажайте их и пишите на весь сервер. Короче, и смотрите, как мы сейчас сделаем. И сейчас мы сейчас сделаем вот так вот. Бан. Бан. Сейчас, секунду. Бан. И вот так. Ты грифер. И пропишем ему бан с причиной ты грифер. Смотрите. Консол. Бан. Срака кака. Фо грифер. Посмотрите. Все, ты грифер. Все, мы его забанили. Его здесь нет. Вот так, дорогие друзья, нужно расправляться с гриферами. Вот так вот, если увидели, что что-то происходит плохое, заходите его, баните нахрен. И... Но я сразу скажу, то, что владельцев сервера просто так нельзя забанить. Это владельцы сервера, они, конечно, обычно. Я с помощью консоли снял у него привилегию. С помощью консоли. В общем, ребята, короче, вот такой вот ролик, сейчас мы его забанили. Тюрьма грифера, IP в описании ролика, заходим. И он был в тюрьме, лишенный привилегий, все. Вот так надо, резко, четко, быстро. Все, всем спасибо. Всем пока, заходите на сервер, я всех здесь буду ждать. Все, ребята. Я не знаю, почему уже полчаса мне названивают. Причем мне названивает человек, которого вообще в скайпе не добавлял. Я сначала этому не придавал значения. Но смотрите, здесь, короче, написано вот бродяга. А здесь написано Макинтош 2008. Как это происходит? Вот когда обновили скайп, со скайпом какая-то херня стала происходить. Мне звонят те, кто у меня вообще не в скайпе. Я не понимаю, как так происходит. Ладно, я сейчас возьму трубку. Ладно, давайте уже. Я буду с компа брать трубку. Все, ждем. Алло. Алло, да. Да-да-да. Слышь, дебил. Я дебил? Это ты моего админка сына забрал? Чё я сделал? Забрал? Чего я забрал? Админку забрал! Я не знаю, вы кто... Это он меня забрал! Вы кто такой? Почему мне звоните, во-первых, полчаса? И как вы узнали мой скайп? Я вас вообще не добавлял. Я отец его, под видео нашел. Мы под видео нашли твой скайп! Я вроде не палю, как бы, ну не то, что не палю, не свечу свой скайп, как, и во-первых, ну хорошо, допустим, где-то, когда я не добавлял вас в скайп, почему? А тебе какая разница, где я нашел? Я тебя нашел! Я, во-первых, зачем вы так орете на меня, как бы, я вам ничего не сделал еще, а вы уже орете, давайте как-то адекватно, что ли, будем разговаривать. Админку верни! Какую админку? Во-первых, кто ты, кого я забрал, я не понимаю. Я забанил только что. Я 6 тысяч за нее заплатил. 6 тысяч? Да. Вы, получается, отец, сына, получается. А когда это произошло? Когда произошло? Не знаю, 30 минут назад где-то. 30 минут назад. Это не тот, слушай, это я когда я тебя в тюрьму посадил, а потом... Да, это ты меня забанил. Вот сейчас вот мы снимали 30 минут где-то назад примерно. Слышь, ты, верни бабки. Стоп. Вообще, вам вообще что сын рассказал? Какие бабки вообще? Бабки. Он сказал, что ты у него украл админку. Я, во-первых, админку не крал, он нарушил правила сервера жестко. Я это, кстати, снял на видео, я это выложу. Там он прям вообще жестко нарушал сервер. Вообще, как отец в курсе, нет? Что он правила там нарушал? Он вообще что-нибудь вам сказал? Да мне все пофиг, верни админку, я за нее бабки отдал. Бабки? Не детки? Бабки? И детки, а бабки, блин. Бабки, я понял. Слушайте, но... Возвращай, давай! Да как я верну, ты нарушал, но я видел. Ты не нарушал, давай, дебил тупой. Я сажал вот в тюрьму, вот я сейчас даже снимаю ролик, кстати. Я сажал вот в тюрьму, показываю ребятам, чтобы знали. И он нарушал сервер, он вообще, он прям все правила сервера нарушил. Все, которые только можно. Я не верну деньги, не верну я. Глуп, какая нахрена тогда нарушать было и покупать. Ну. Слышь ты, короче, дебил, я тебе даю один день, чтобы ты вернул бабки.
И а чё? То я тебя найду и порву. Да? Все, дебил тупой, давай, пока! Удачи! Ну ладно. А ты стемнись. Ладно, ладно, хорошо, удачи вам тогда. Удачи, все. Мне с вами не интересно разговаривать. Да, все. Вас. Нет, все, я знать вас не хочу. Неадекват вообще полный, вообще неадекват. Я, слушайте, ребят, последнее время, когда там обновили недавно Skype, обновили Skype, и какая-то такая херня прошла, происходят звонки от людей, которых я не добавляю. Я это часто заметил, и сейчас очередной раз так было. Мне звонят, но меня не добавили в Skype. Я этого человека не добавлял, я не принимал его. Почему мне позвонили, я не знаю. Мне новый Skype вообще не нравится. Мне нравился старый. И как мне позвонили, я понятия не имею. Полчаса мне названивали, я сначала как бы сбросил, ну и все, и забил. Но мне звонят и звонят. Звонят и звонят, звонят и... Короче, батя, если ты этот ролик посмотришь, или кто-то там был, я не знаю. Ты посмотришь так же, как сервер, как он... Ты посмотришь, что твой сын нарушал правила сервера. Он их нарушил, все, вопрос закрыт, деньги я не верну. Все, до свидания. А для тех, кто хороший человек, нормальные ребята, там, девчата, все, заходите на сервер, IP в описании ролика. Здесь все приветствуются, всех ждем, и получайте вот здесь админку. Получайте админку вот здесь за бесплатно, за время, за убийство там игроков. Получайте кейсики, отключки. Также можно прокачать своего игрока. Вот, можете прокачать своего игрока, быть в топе здесь вообще, например, как вот он. Заходите, IP в описании ролика, играйте. И снимайте антигрифер шоу. Вот снимайте, снимайте таких. Я вообще вот хочу, чтобы вы снимали антигрифер шоу. Снимали всех таких людей вообще плохих. Снимали плохих гриферов. Снимали их родителей, не знаю, их братьев. Вот те, кто недостойно себя ведет, снимайте. И привилегии владелец сервера специально для вас. Вот прям специально я создал ее. Потому что вот видите я, да? Я владелец сервера. У меня прав не больше. Я такой же владелец сервера. Такой же. В общем, IP в описании ролика, заходим, снимаем, играем. И ставь лайк, если ты думаешь, что батя вообще что-то не по теме он говорил. Все, короче, всем спасибо, всем пока. Ставим лайки, не забываем, не забываем. Я дальше пойду, короче, делами заниматься, я как бы, да. В общем, все, всех жду на сервере, все.